Печка ТВ представляет рейд базы Плауэр 8653. Эй! А чё за праздник? Ёлпал, воскресенье? Да ещё и рейд! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем рейдить базы в Last Day. Рыбные котлетки в течение 10 минут, бла-бла-бла, кушаем! Если у тебя есть возможность сделать эти чудные рыбные котлетки, делай. Да, единственный косячок – всего 10 минут. Почему? Рыба должна быть качественная. Если хотя бы один ингредиент – говно, все как бы, да? Что на рейд надо? Одну C4, два металлических топора, хотя бы два, и побольше, побольше бери всяких говнотопоров. Вот таких обычных. Потому что база достаточно большая. Распаковывать будем полностью. Ну и если у тебя есть возможность, возьми байк Трайк, ну, к примеру, Олди, Тыквер, большой байк возьми, трехколесный. Погнали. Ну, вот мы и на месте. Альфа, девочка моя, ну-ка, голос, голос Альфа. Да, мы рейдим с тобой вместе с фантастическим верным другом. Ёлпал, если ты не видел прошлое видео, посмотри, насколько он фантастический. Это реально очень круто, ё-моё. Помогать сражаться она тебе, конечно, будет, но запомни одну серьезную вещь. Она мешает поставить чоппер стена. Даже если ты сольешь бензин, тебе не дадут поставить байк, бросить его. Из-за собакина, который рядом. А теперь посмотри, что будет дальше. Почему мне на рейде разрешили бросать байк с бензином, без бензина, прям на собаку заезжаю? Я не знаю. Посмотри прошлый стрим, и ты будешь в шоке. Она реально мешает, но не всегда. Фиг поймешь. Короче, лучше ходи без собаки. Так, получилось? Получилось, блин. Ничего как получилось, попробуй теперь залезть. Чтобы гонять громилу, ты понял, да? Фу, блин, надоела ерунда. Не получалось, короче, прикинь. Ну ничего страшного, вот это тоже выход. Стоять не в ту сторону. Блин, ха-ха. Чё, чуть-чуть сдвигаешь и уже нельзя. Блин, ну почему, ребята? Вот так вот. Выход, выход. Просто смотри, поворачиваем руль вот туда и вылазим вот в эту сторону. А, хорошо, вообще читерство. Ну и вот как бы вверенная нам с тобой территория. Сишка нужна была вот сюда, вот там ящики. И зачем чоппер стена? Мы их будем от громилы вскрывать. Просто тупо от громилы, да? И это будет на раз-два вообще. Ну как бы даже не знаю, что сказать про две доски. Две доски – это всего лишь две доски. Чё попало, а не лут? Честное слово. Блин. О, вот это уже хорошо. Мужчины! Капец. Настолько заставили, что прям вообще. А? Круто был. Девочка моя, молодец, молодец, кусай этих заостранцев, кусай. Смотри, за жопу не кусай, у них штаны обостренные, а вот это вообще без штанов. Мужчина, вам не стыдно, а? Тут девочка, ёл-палы, хоть бы штаны напялил. Говноеды, блин. Ха-ха-ха, вообще, слушай, да, это прям вообще. Значит, мне уже такой комментарий попался к ролику к прошлому. Собакин 25 урона наносит. Ты прикинь? Ёлки-палки, у меня тут 18, это просто что-то с чем-то, да? А 25 это вообще дичь какая-то. Прям как... Звучит как сказка. На этой базе по-хорошему надо тпшиться домой, да? Здесь очень много всего. Но мы не будем. Почему? Та чё-то мне лень, короче. Блин, я слезть теперь не могу. Как так? Вот так вот. Ну почему, ребята? Что вы делаете со мной, говноеды? Фу, блин! Капец!
Лучше бы я не садился, честное слово. Чё, да не мог я бросить байк вообще никак. Вот казалось бы, да, вот ресурсы такое говно. Почему говно, блин? Ну как бы для меня это ценность, да? Я не хочу заходить каждую секунду в игру и доски эти перерабатывать. Так, теперь остается только поставить байк, потому что да. Короче, слушай, я реально задолбался. Блин, не могу назад подогнать байк. Давай посмотрим, как кожиедики себя будут вести. Если нормально, то все как бы ништяк, да? Домой мы не полетим. Бегут! Альфа куса... Слушай, да че я очкую? Мы с Собакиным вообще бэтмены, блин. Она и я с мачетой. Вообще, да? Ну, скажи, что это круто. Разложили просто всю толпу, ёл-палы, на раз-два. Да, единственная у нас проблема, громила, ёл-палы. Поэтому давай назад устанавливаем все-таки. Вот так. Если долго мучиться, что-нибудь получится, да? Все отлично. Теперь вылазим вовнутрь и спокойно добиваем красиво этот рейд. Вот это все безобразие мы с тобой распакуем потом, да? Можно даже вот этого не делать. Че? Ну вот видишь, я подготовку делаю, да? И это все можно нафиг потом. Поехали вот эти всякие дальние. Чтобы не мучиться, не бегать, ну ты понял, да? То есть прикинь, до сюда бегать как ненормальный. Ой, тут грядочки, слушай. Тут вообще вот это все полностью говно, если я не ошибаюсь. Поехали. Балуемся так балуемся. Мы самое ценное по любасу заберем. То есть нам сейчас что надо сделать с тобой? Чтоб громилу, если что, тут подводить, да? Оп! Блин, ну ничего себе! Вода! Если ты без доната, да. Напоминаю тебе. Цемент это дофига делов. Тебе надо много-много-много воды. Альфа через стенку кусает. Девочка моя, иди сюда! Это воин из-за угла, только ты... Ой, ты, блин, вообще дурость какая. Только в обратку, да? Против нас сработала эта тема. Блин, беги сюда. Молодец, умничка. А ей пофигу. Чё? Ты видел? 5 урона она. Короче, 5 урона она. А почему? Да, не лучший выбор, да? Чё, там мачетки, они как бы это. Дорожный знак бери и все, блин. Дорожный знак вообще имба. Так, все, отлично, очистили. А, да, нам бы с тобой это, шматец, да, а то бегать далековато. Ну и, если полностью прям все распаковывать, надо сейчас все вскрывать, чтобы громилу к стенкам подводить. Если я не ошибаюсь, везде все одно гуамно. А это что? Это просто буферки, да? Это просто буферки, конечно. То есть они нам нафиг с тобой вообще не всрались, эти буферки. Ой, тут смотри, еще и вон усиленная стена. Вот солома, да, есть чуть-чуть. Так, окей. Щимимся к ней. Такой дебилизм вообще. Я не знаю, ты зачем это делаешь? Так фиг меня знает, блин. Ну, в общем, ты понял, да? Это все пустота, это все гуамно. Ничего тут не будет. Буферные зоны. Все, пойдем, короче, ящики открывать. Надоели. Ну вот здесь давай еще ломанем. Мы по шуму вывозим. Слушай, не успею добежать, портанется. Поэтому плевать. В общем, одна сишка. Прям вот эту дверь можешь взрывать. И вот эти ящики все забирать. Ну и вот тут чемоданы, да? Чемоданы, да вот эти вот лучше печушки подоставай. Вот эти вот. В них хоть металл может быть, не металл, да, что-нибудь такое. Говноеда можно вот здесь подводить, к примеру, еще, да? Давай вот эту откроем. Воу!
Ёп, одни окна. Ха-ха-ха, грязь, да? Безобразие. Нет, к окну не подводи, конечно. Если к окну подведешь, тогда будешь ты к окну как бы. К окну не надо, да? Оп. Эх, положить бы этот беспредел, блин. Куда? Мотоцикл наш. Так. Хорошо, да? А ты думал? Это не пустая база. Очень даже неплохо. Смотри, гаечные ключи, да? Микросхемы, блин, мобилы. Ну, как бы это все ценность. Оп, еще хилочка. Нормалды? Да отвали ты от этого вездехода, друг. Так, консервы, ремни. Слушай, ну неплохо, неплохо. Вот так, сюда иди, мужчина. В принципе, можно вот это, к этому даже не прибегать, да? К этому, значит, моменту, что из-за стены-то бомбить. Ну как сам смотри. Прекрасно все можно сделать тут и без громилы. Ресурсов, смотри, уже хорошо затарились, да? Так, давай я выкладываю то, что мне не надо. Микросхема, да, вот это вот для меня вообще, что попало. Я лучше возьму вот так. Я возьму вот так, вот так. Не слабо, да? Прям хорошо затарились. Можно еще, в принципе, бинтики сделать. Как? Вот так вот. Такой жадный, да? Блин, вообще. А что нам, кабанам? Нам все пофигу. Отсчитывай 5 секунд, 5-6 секунд, да? И подбегай, отмечайся. По идее, там 10, короче, это, слушай, это 10, это привет семье называется. Никаких 10 не считай. Все, теперь что мы делаем? Вот так красиво выходим и заходим. И вуаля, спасение, ё-моё. Слушай, шикарный рейд без Б. Ну, то есть, я прям доволен. Скар, это вообще достаточно жесткая штука. Его не так просто достать. Ты посмотри, что и металла, и ресурсов, и лечения. Ну, а если б я не поленился, да? Домой сгонял, как бы. Тогда было бы еще на 8 ячеек больше. Насрать, любой байк берем. Я на этом трайке не могу из дома выехать. В деревья врезаюсь, ёл-палы. Ха-ха, реально, реально. Шикарный рейд, даже для игрока, который все уже нафиг отстроил. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Еще не подписан? Подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Печка ТВ есть везде. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадке Twitch, Trovo, YouTube. Давай сразу три копья сделаем, чтобы наверняка пацаны довольны были. О, похоже на правду, даже одним обошлись. Ну на тебе сверху еще. Будь счастлив, мужчина. По рукам. Удачных тебе рейдов. Пока-пока. Ну и сразу, конечно, следующий.